Сто лет со дня рождения отметила почетный железнодорожник, ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна Барсученко. В праздничный день с поздравлениями к ней обратились представители Московской железной дороги, а также сотрудники станции Дмитров, на которой она отработала не один десяток лет. Ей вручили цветы, подарки, а также поздравительный адрес от начальника магистрали. Уникальный человек. Она почетный гражданин города Дмитрова. Именем ее назван остановочный пункт. Вот сегодня столетие, в здравом, как говорится, уме, очень любит поговорить, рассказать, вспомнить. И буквально до последнего времени, пока позволяли силы, она работала в Совете ветеранов Московско-Смоленского региона, активно работала, встречалась с молодежью, рассказывала о своей жизни, делилась опытом. Это все способствует и нравственному воспитанию наших молодых, нашего молодого поколения.